қанша еле бұсынша чоң аялдар, іште бұл жалған жала. Бұл болбаған сөз, бұл жетекшінің сөзі емес, бұл сен жала жапқан сөзің бұл жүр. Коллектив историко-археологического музейного комплекса Сулайманто сегодня провели собрание. Мероприятие прошло, надо сказать, не без эмоций. Сотрудники и руководство музея спорили и конфликтовали. В результате одной из научных сотрудниц стало плохо. Поднялось давление, пришлось вызывать скорую. Директор музея вместе с председателем профсоюзного комитета самовольно взяли деньги из ящика с пожертвованиями и потратили их на новогодние подарки детям сотрудников. А самим работникам сказали, что деньги на подарки выделили спонсоры. Когда коллектив узнал об этом, разозлился не на шутку. Через месяц после новогоднего корпоратива профком нам сказал, что средства, пожертвованные посетителями музея, были потрачены на подарки нашим детям. Нас это возмутило, ведь такие средства нельзя использовать для личных целей. Ни по шариату и ни по закону. А нас обманули. Обычно эти средства мы тратили на субботники, на саженцы и на реставрацию экспонатов. Поэтому многие из нас вернули деньги, потраченные за подарки профкому. Я специально узнавал, и по моей информации, и раньше эти средства тратились на новогодний корпоратив. Всегда ваш коллектив на эти средства отдыхал в кафе и тратил на подарки. Почему же теперь вас возмутило подобное решение? Я уверен, что это просто предлог. Но не только эта ситуация вызвала недовольство коллектива. По словам сотрудников, директор открыл спорткомплекс в подвале здания музея. На ремонт и тренажеры было потрачено 800 тысяч сомов. Сотрудники считают, что как руководитель он должен был заняться решением других более важных проблем, которых у музея предостаточно, вместо того, чтобы за такие деньги открывать спортзал. Нам некогда ходить в спортзал. Нам на обед сходить времени нет. Вместо того, чтобы строить спортзал, лучше бы отреставрировали мавзолей Ас-Сарахси, или же историческую баню, или петроглифы, которые пострадали от вандалов. Когда речь заходит про реставрацию, он отвечает, что денег нет. Помимо спортзала, он купил вот эту юрту за 51 тысячу сомов. Старая юрта не имеет никакого оформления. Еле-еле каркас собрали. Так она уже разваливается. Простое отмывание денег. Но больше всего сотрудников возмущает то, что руководитель с ними обращается грубо и неуважительно. По их словам, он даже позволяет себе оскорблять сотрудников нецензурными словами. И подобные действия со стороны руководителя повторялись не единожды. Работники начали записывать его ругательства на диктофон. Мы требуем, чтобы директора сняли с этой должности. Такой некультурный человек не имеет права работать в таком культурном учреждении. Он нас называл такими словами, что язык не поворачивается их повторить. Мы требуем его отставки. Вот так, чтобы прямо в лицо, я этих сотрудниц не оскорблял, и уж тем более прилюдно. Но в личном разговоре с другими людьми, да, я, возможно, в порыве эмоций и мог сказать бранные слова, но этих женщин я не обзывал. А что касается развития музея, раньше, оказывается, в бюджет ежеквартально поступало не более 700 тысяч сомов. Я поднял эту сумму до 2 миллионов. Эту разницу просто разворовывали, а я это прекратил. Сотрудники же намерены идти до конца, обратиться в правоохранительные органы и защищать свои права. На что директор открыто заявил, что тех, кто идет против него и высказывает недовольство его работой, уволит. Разбираться в скандале теперь придется Министерству культуры. Там сообщили, что в связи с этой ситуацией создана специальная комиссия. Они и будут изучать, что и кто стал причиной скандала в коллективе музея Сулайманто. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.